Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. 20 января 2018 года в Аргентине сильные дожди вызвали наводнение. В городе Кориентес, который расположен на северо-востоке страны, затоплены улицы и дома. В городе Сайенс-Пенье только за сутки выпало более 240 мм осадков. Каждый день на планете происходят катаклизмы. Врываясь в жизнь человека, они нарушают ее привычный ход. И здесь стоит остановиться и подумать, для чего же нам дана эта жизнь? В чем ее смысл? Пока в тебе теплится жизнь, никогда не поздно познать себя, отыскать в себе свое начало, свой святой, живительный родник души. Разберись в себе, и ты поймешь, кто ты есть на самом деле. Анастасия Новых, сенсей, исконной Шамбалы.